Добрый день, уважаемые зрительницы. Сегодня хочу показать вам небольшой ролик, каким образом мы можем ухаживать за нашими руками и в плане лечебного эффекта, какой массаж, допустим, я делаю сама себе и советую также вам, для того, чтобы руки выглядели красиво, ухоженно, ну и, конечно же, наши суставы, на которые мы с возрастом начинаем жаловаться. Также уже для меня, допустим, возникла необходимость в таком вот массаже. Массаж рук я просто обожаю и думаю, что вы тоже его полюбите, если начнете время от времени это делать сами с собой. Ну вот, сейчас хочу показать вам несколько таких моментов, которые помогают мне, в общем-то, содержать руки в довольно-таки хорошей форме, иметь хорошую здоровую кожу, несмотря на то, что, в общем-то, возраст уже довольно немолодой, но тем не менее. Ну и, конечно же, избавляться от всевозможных болевых ощущений. Вот я сейчас приготовила здесь, конечно, не знаю, насколько это видно, растопленное жирное масло, специальное для ухода за руками. И я вот покажу, какие вот лично я движения делаю, когда начинаю ухаживать за своими руками. Могу сказать, что такой массажик, он своего рода даже противоартритный, потому что вот эти вот наши суставы после долгой работы, я вот, например, недавно занималась ремонтом, и руки мои были в плачевном состоянии. Конечно же, я вот опять снова начала за ними ухаживать, восстанавливать их после трудов, так сказать. И бывает иногда, что даже вот локоть также начинает побаливать. Ну, как вы можете видеть, крем этот достаточно жирный. Я его растопила на водяной бане. Ну, можно иногда, допустим, разогревать его в микроволновке. Я использую 10-15 секунд для разогрева. Что хочу сказать по поводу крема. Конечно, только жирный крем способствует восстановлению кожи и питает ее великолепно. Какой крем можно употреблять? Ну, можно купить, конечно же, в магазинах, в обычных, в отделе парфюмерии. Но я рекомендую все-таки поискать такие крема в салонах красоты или же в специализированных магазинах, которые именно направлены на продажу всевозможных таких вот средств по уходу за руками, лицом и так далее. Также рекомендую кокосовое масло. Сейчас везде у нас в продаже, в салонах красоты, во всяком случае, это точно. Ну вот, я нанесла и начинаю вот такой вот большой массаж с поглаживающих движений, доходящих до локтя. Вот такие вот движения. Легкие, приятные. Кто смотрит мои ролики, могут уже знать, какова последовательность всего этого. Вот каждый пальчик, каждую косточку я прорабатываю, как бы ее прощупываю. Мне лично это очень помогает. Я это очень все люблю. Очень мне нравится. И несмотря на то, что я сама себе делаю часто такие массажи, я получаю очень хорошие ощущения. Доставляет большое удовольствие. Ну и, конечно же, руки, естественно, выглядят гораздо-гораздо лучше. Вот локтевой сустав. Дошли до локтевого сустава. Всю кровь мы вот из лимфоток направляем вверх.
по-хорошему, конечно, лучше это делать до самого плечевого сустава. Ну, поскольку сейчас я не могу это все показать, я вот показываю вам до локтя. Прорабатываем его легкими такими поглаживающими движениями, поскольку здесь сплетение всевозможных нервных волокон. И вот таким образом потихонечку прорабатываем локоть. Это также очень хорошо, поскольку наши локти всегда будут в хорошем состоянии. Не будет здесь никакой черноты, вот именно вот на этой зоне. Кожа будет мягкая, приятная. Вот, как вы можете видеть, ничего сложного в этом нет. Массаж очень приятный. Вот здесь вот между нашими фалангами пальцев такие вот канальчики. Я также их вот такими вращательными движениями прорабатываю. И точно такое же мы проделываем в другой рукой. Хочу сказать вам, что такие массажи очень-очень полезны и дадут вам возможность иметь красивые, ухоженные руки. Ну вот. Вот такая вот у меня сейчас ладошка, ручка. Пожалуйста, пробуйте, экспериментируйте. Если вам понравилось, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте свои лайки. Желаю вам всем быть красивыми, здоровыми. До новых встреч!